Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. У нас сегодня очень интересный, актуальный обзор. Мы будем с вами обозревать пилку роликовую для ног от Deichmann Berner. Итак, поехали. Выглядит посылочка, она, кстати, пришла довольно быстро. Ссылку для заказа я вам обязательно оставлю. А это не первый продукт Deichmann, который я пробую. В принципе, мне устраивает вполне качество. Здесь у нас есть что-то инновационное, то, что отличает ее от аналогов и делает ее мощнее и интереснее. Давайте разбираться. В общем, Deichmann – это у нас европейская компания, которая уже давно на международном рынке. У меня много техники есть от этого производителя, ничего плохого не могу сказать. И еще они разрабатывают совместно с бюро дизайном в Бельгии, сотрудничают, поэтому качество европейское, да, будем смотреть. Модель именно этой пилки, да, S8, Werler S8. Очень интересно. Основные характеристики, да, которые у нее есть, уже написано здесь. ЖК-дисплей у нас с вами, что вообще классно. Влагозащита. То есть мы можем с вами и сухим, и мокрым способом делать педикюр, а влажный способ – это у нас как бы спа-процедуры на дому, да. И производитель заявляет, что только у 2% электрических пилок есть такое... Есть такая характеристика. Дисплей, мне кажется, это очень удобно. Давайте пока будем с вами открывать, потому что нам не надо с вами гадать, нужно заряжать, сколько осталось работать или нет. Вот, допустим, как у меня эпилятор, там нет дисплея, я думаю, хватит мне сделать эпиляцию, и мне нужно уже срочно-срочно бежать заряжать его. А на дисплее все показано, да, не нужно гадать. И две скорости у прибора, и скорость тоже указывается. Четыре роликовые насадки, разной абразивности, это тоже здорово, и две скорости, да. Еще тут должна быть подсветка рабочей, да, вот кнопочка, видите, поверхности. Вот все характеристики. Время работы более 180 минут, на самом деле это тоже круто. 180 минут, мне кажется, хватит за глаза, да. Заряжается она где-то, пишут, 3-3,5 часа полностью. И здесь в комплекте есть у нас с вами... зарядник, то есть полностью, не просто USB-провод, как в основном вкладывают, да, в последнее время технику, а именно зарядник полноценный. Второй год гарантии бесплатно, специальное предложение для покупателя. Представляете, 2 года гарантии, гарантийный талон, инструкция, и вот у нас с вами сама пилочка, вот он зарядник, здорово, слушайте. И он вроде как высокой мощности. То есть мы с вами пилку будем заряжать ее родным зарядником. Это тоже классно. А разъем здесь у нас с вами, да, разъем тоже специальный. То есть USB-шники там всякие другие, Type-C, они уже сюда не подходят. Вот у нас с вами какой зарядник. Будем с вами все проверять в деле. Покажу вам до и после. Вот такой вот зарядник. Достаточно длинный. Наверное, метр практически. Так, дальше давайте саму пилочку доставать. Ой, как она классно в руке лежит. Такая конструкция здоровская. Вот он дисплей. Это подсветка у нас будет, я так понимаю, лампочка здесь, да? Крышечка. Вот здесь у нас уже надет. Как бы одна роликовая насадка уже есть. Так как они у нас с вами снимаются, давайте посмотрим. А, на кнопочку нажимаем, вытаскиваем. Вот как здорово. Потом просто, наверное, до щелчка. Да, просто до щелчка. Удобно. Они разные абразивности все, что круто. Вообще здорово. Про абразивное покрытие нам заявляет производитель, что здесь в 2 раза больше бриллиантовой крошки, чем у аналогов, поэтому еще добавлен оксид алюминия. Поэтому оно такое износостойкое, выдерживает влагу и моющие вещества различные. Это вообще на самом деле здорово. Производитель нам гарантирует, что с одной процедуры у нас будут прям гладкие-гладкие пяточки. Какой будем с вами пробовать? Как у младенца будут. Я бы взяла вот такую, вот почти прям самую жесткую. На самом деле я специально последние 2 недели не обрабатывала свои пяточки. Вообще это очень актуально сейчас, потому что после лета, после дачи, я вообще нахожу по 20 тысяч шагов в сутки. У меня на топтыше жуткие, за ногами приходится ухаживать очень часто. Если пилка на самом деле с первого раза делает пяточки гладкими, я буду очень довольна. Специально я не ухаживала за ножками 2 недели, то есть у меня прям там натоптыши, поэтому будем проверять, все вам покажу. У нас здесь 2 с вами скорости, давайте попробуем включить, заряжена она или нет. Нет, она, наверное, у нас с вами разряжена, и нам нужно ее будет сначала с вами зарядить. А, хотя лампочка горит, наверное, я неправильно включаю. Так, батарея, вот мы видим уровень батареи.
Ага. Ноль. Первая скорость. Вторая скорость. Вау. Вау. Выключили. Вот все. Нет, она у нас более-менее, наверное, заряжена. Слушайте, надо инструкцию посмотреть. Наверное, да, заряжена. Нам с вами хватит сейчас прям потестировать, потом поставлю на зарядку. И здесь еще увеличенный крутящий момент. Что же здорово и интересно, в два раза больше, чем у аналоговых, и она у нас будет как бы с вами не застревать, знаете, при работе, не буксовать на самых сложных местах и на топтышах, мозолях, да, мотор не должен останавливаться. И аккумулятор у нас с вами здесь мощный, целых 2000 миллиампер. А у аналогов вроде как 1200 в среднем, да. У нас, кстати, есть инструкция по насадкам. У нас была легкая абразивность вставлена, потом средняя, мы с вами ставили жесткую для жестких и твердых мозолей. И очень жесткая для толстой, омертвевшей и грубой кожи есть. Это классно. А еще у нас с вами здесь есть кисточка для чистки роликов. Это здорово. Но их ведь можно и мыть, поэтому у нас даже корпус с вами влагостойкий. Мы можем прям вот его целиком мыть под душем. Вес небольшой у нее, она легенькая, всего 340 грамм. Это здорово. У нас тут с вами есть автоматическое отключение при заклинивании головки. То есть, если вдруг вы ее положили, не выключили, она у вас, допустим, плед на диване заживала или еще что-то, да, она сама отключится. Это на самом деле здорово, чтобы ничего не повредить и чтобы не сломать аппарат. Ну что, давайте теперь непосредственно приступать к самой процедуре. Мне уже жутко интересно и очень хочется попробовать. Показываю, девчонки, вам свои пяточки до. Вот видите, есть места сухости, есть на топтыше, да. И сейчас мы будем пробовать. Давайте первый раз прям попробую привас. Так, ставим вторую скорость. И показываю ее в деле, а потом уже пройдусь по всем ножкам, покажу результат. Вот, смотрите. Слушайте, ну пока неплохо. Пока неплохо. Сейчас буду обрабатывать. Вы видели, да? То есть вот тут прям такой вот натоптыш хороший. Поехали дальше. Сказать, она очень хорошо шлифует. Знаете почему? Смотрите, сколько тут сыпется омертвевшей ткани. У меня прям такая пыль на полу сразу. Ну это просто восторг. Смотрите, сколько навалило. И тут еще впилки вот тут вот скапливается и потом выпадает на пол. Я продолжаю. У меня такие сильные натоптыши есть, но не очень эстетично это просто все показывать. Они на больших пальцах, знаете, из-за того, что этим летом много ходила, мозоли, даже мозоли, наверное, на больших пальцах сбоку, да, с краю вот. Я уже с одной ноги убрала полностью эту мозоль, и это потрясающе, слушайте, это вообще супер. Сделала одну ногу, у меня просто шок. Чем бы когда-либо в жизни я не делала педикюр, это лучший результат, это просто. Сейчас я смою все, помажу кремчиком и покажу вам свои розовые ножки. Это вообще, девчонки, шок, вот честно. И, кстати, никаких болезненных ощущений вообще нет. Она сама пилка не нагревается, то есть в руке ее держать хорошо, комфортно, удобно. Еще знаете, что очень удобно? Вот эти вот мозоли, которые под средними пальчиками, да, на ступне посередине. На ступне вверху, прям под пальчиками посередине мозоль образуется. Их вообще мало каким гаджетом, скажем так, для педикюра обработать невозможно. Нет, возможно, конечно, и можно, и получается, но это требует усилий, потому что там как бы такая вот выемка, и там совсем неудобно это делать. Здесь пилка вообще хорошо очень справилась, то есть я поворачиваю в разных направлениях, все отлично, супер-пупер, действительно, пяточки, как у младенца, у меня шок. Сейчас покажу. Слушай, пошла такая тема, покажу вам мозоль на большом пальчике, да? Вот она как выглядит. И сейчас покажу вам после. Ну, фокус. Фокус фокусируется на моих ногтях, наверное, да? Угу. Вот видите, какая большая мозоль. Это не осталось от мозоли никакого следа. Сейчас я все это дело смыть и помазать кремчиком. Идеальные ножки. Ой, девочки, я готова петь оды этому аппарату на каждом углу. Мозольки как не бывало. И ступни, пяточки просто шикарные. Просто шикарные, розовенькие, без каких-либо натоптышей. Вообще здорово. Как же здорово. Четки, побалуйте свои ножки такой процедурой. Это вообще что-то.
У меня как-то была старая-старая пилка, не у меня, у мамы. Я пробовала, ну вообще результат не тот. Ну вообще не тот, просто не тот. Это такой кайф, мне кажется, я теперь по-другому ощущаю поверхности под ногами. Просто супер. Я специально вам уже сказала, запускала 2 недели свои ноги. Мы еще гуляем босиком с Кристиной всегда. Ну гуляли вот до похолодания, да, то есть я тоже босиком гуляю и так далее. А мозоли вот эти, я даже не знаю, от чего образовались, у меня никогда такого не было, этим летом только, но я столько и не нахаживала никогда, обувь всегда как бы удобная, у меня летом была широкая и открытая, не знаю почему. Вот. Но в итоге вот за 2 недели, за 3, вот так вот эта мозоль выглядела. Я до этого ее счищала пилкой, я до этого ее счищала пемзой Фаберлик. То есть она счищается, но сама мозоль остается все равно на месте. Поверхность вот чуть-чуть счищается и все. А здесь, ну вообще красота, девчонки. Я ее не вижу, эту мозоль. То есть мы ее практически содрали. Мне кажется, когда я буду делать в следующий раз, то там вообще будет. Я теперь готова свои ступни вообще показать на весь мир, всем и всякому. Смотрите, как может быть круто и классно, да? Мы так с Ксюшкой обычно каждые 3-4 дня мы с ней делаем ванночки для ног, расслабляющие с морской солью, потом щеточки используем, ну, ей не надо, а мне надо различные, там, обрабатываем свои ножки, ухаживаем за ними. А здесь, как бы, ради эксперимента я вообще ничего не делала, минимум 2 недели, мне кажется, и больше, но у меня эта пилка лежала, ждала свой час, мне просто было интересно, чистоту эксперимента, вы меня знаете. Я люблю оставлять вам только честные, достоверные отзывы, да? Я в шоке, я вообще в шоке, мне очень понравилось, поэтому я вам от души рекомендую, это лучший гаджет для ног, что я когда-либо пробовала. Он потрясающий. Просто ссылку, как всегда, оставляю в описании. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.